Плановая проверка двух надзорных ведомств началась с пункта мойки колес. Он заводского изготовления с оборотным циклом водоотведения, что говорит о соответствии государственным и ведомственным нормативным требованиям в области охраны труда, экологии и производственной санитарии. Это является гарантией пожарной безопасности и исключением выноса грязи колесами автомобилей на городскую территорию. Надзорные ведомства обратили внимание и на условия труда рабочих, а именно на модульный тип бытового городка, который позволяет обеспечить комфортное проживание и необходимые производственные удобства. Хочется сказать, что так держать, и всем строительным площадкам Московской области нужно придерживаться данного примера. Мы видим с вами своевременное лабораторное сопровождение данной строительной площадки. Мы видим соблюдение техники безопасности в части ограждения, монтажных горизонтов. Люди находятся все защищенные. Пояса есть, каски есть. То есть все на должном уровне. На территории строительной площадки инспекторы отметили и соблюдение техники безопасности, и ответственное хранение строительных материалов, и, что немаловажно, своевременный вывоз мусора. Представитель Госавтотехнадзора отметил, что важным вопросом является размещение информационных материалов, которые должны быть согласованы с органами местного самоуправления. Нарушений выявлено не было и по содержанию ограждений. В течение года проводятся регулярно совместные проверки с Госстройнадзором. Вот, в этом месяце мы вот проверили в городском округе Звенигород две строительные площадки и вот еще в Одинцово. Здесь порядок. По результатам совместной плановой проверки к строительной площадке в Одинцово-1 у представителей надзорных ведомств вопросов не возникло. Мила Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».